друзья, всем доброе утро. Солнышко как светит. Кто рано, как говорится, встает, тому Бог подает. Сейчас хочу поделать зарядку. Сейчас 8 утра, погода 25 градусов. Я вчера специально лег пораньше, чтобы проснуться пораньше, чтобы поделать зарядку, чтобы пойти куда-то что-то поснимать, где-то полазить. В общем, приступим. Так, конечно, придумаю, на что телефон поставить. Уже придумал. Друзья, мы решили приготовить плов по хитиному рецепту. Налили масло. В полевых условиях? Походу в полевых условиях, будем говорить. А лук-то это для запаха, да? Для снятия всех запахов. Я понял, да. Грязи, не грязи, все остальное. И вообще для начала мы ставим. Это сюда я видел, что там делал что-то. Никогда так не делал все. Рис мыли? Рис? Промыли. Да, вот у нас уже все готово, ингредиенты все готовы. А он болит стоит? А, нет, мы уже немножко слили, потому что боимся, чтобы он не это. Он долго стоял, уже такой размок. Рис готов, мясо готово, баранина. Морковочка, сладенькая, лучок. Завершающий чесночок. Зира, черный перец, барбарис и паприка.
Это все, что нам понадобится. Вот как скворчик мне нравится. Да, ароматный лук заодно. Он мало того, что забирает плохие запахи и слой отдает еще вкусненький аромат. Тарелку подать? Один на дешок. Олега, один на дешок. Все, лук достали. Забрасывайте. Мясо пошло. Что? Что делать? И что это на безопасном? Так, продолжаем. Высыпаем паприку. Я, кстати, полюбил паприку в суп добавлять. Очень вкусно. Ее, в принципе, везде добавлять. Они у нас просили перемешать, но мы не стали. Еще надо перемешать. Да? Мы решили, мало ли ты не там захочешь. Барбарис. Зеро. И черный перец. О, да? Мы с ним гаем. Пойдем за водой, я куплю. Ничего страшного. Ничего страшного, да. Соль, да. И соль. Все перемешали, перемешали. А это в конце или сейчас больше? Рецептуру. Так, засыпаем наши специи. Жарим мясо до тех пор, пока вода не уйдет. Специи не все засыпали. А это в конце хит, да, потом? Я понял, да. Сверху. Один паприка, один лист. Вот паприка, да. Догадайся то, о чем мечтаешь. Еще мясо ароматное можно есть.
Здравствуйте. Обжарили мясо, засыпали морковку. Все это перемешиваем тщательно. Короче, мы решили попробовать мясо. Очень вкусное. Кстати, очень мягкое. Мягко режется. Морковочка просто свой сок, вот вообще прям превосходно. Лучок пошел в ход. Опять все тщательно перемешиваем. Вот я немножко подменяю зри, помешаю, пока он отучился. Запах превосходный на самом деле. Если честно, впервые вижу такой рецепт. Мне интересно даже, что получится. Потому что обычно в первую очередь лук, я знаю, это что-то новенькое. Поэтому будем ждать. Я видео снимаю. Полный чайник? Да, полный. Красиво. Такой, как ты говорил. А где пакеты? Сейчас могу достать. Достаю. А вот еще один есть. Вот. Рис, кстати. Необычный плов и необычный рис. Арбори. У меня? Да. Ты меня спрашиваешь? Да. Так пойди посмотри. Почему он раздробился на снизу? Водой залил. Следующий. Да. Это рис так не делает. Вот, да, рис рассыпаем, специи чайник положили. Чайник закипает. Заливаем воду кипятком. Обязательно. Вода подкипит, да? Потом закрывает. Вода выкипит, потом накрываем крышечкой. Необычно, согласитесь, как рецептик. Посмотрим, что получится. Сейчас и будет еду готовить. А, вот это да? Да. Красное число, капуста, это все. Уже воды не осталось. Сейчас чуть-чуть. Вот. Это максимально. Мясо. Но это максимально. Все. Ждем. Накрывать?
кстати, казан мы сегодня покупали. 6-7 тысяч отдали. Ужас. Это очень дорого, кстати. В Москве дешевле намного. А я сегодня приготовил супец. Уже почти нету. Кстати, надо самому сейчас покушать. Так и живем. Так что, друзья, так и живем. Готовим друг другу. Каждый, кто может. Мы люди скромные. На ресторан денег не наберешься. Даже на отдыхе. Так, я сейчас поеду супчик точно. В общем, друзья, плов готов. Снимаем пробу. Чтобы оценить творчество Кизри. Готов? Угу. М-м-м. Вкусненько. Честно, вкусно. Очень. Ты зачарован. Стали мы. Красивый не закончен. Ладно, друзья, завершаю видео. Все вкусно. Берите рецептик на заметку. Thank you.